Это «Обзор прессы» и Яна Романюк. Здравствуйте. Вестник Тернея пишет о новой находке в архиве Сихотэ Олинского заповедника. Это дневники ученого Оскара Вендланда, который в 30-х работал на Судзухинском участке. Ныне это Лазовский заповедник. Оскар Вильгельмович умер в тюрьме, куда его заточил НКВД по подозрению в шпионаже. Есть несколько версий того, что послужило поводом. Это или немецкое происхождение, или неудачная акклиматизация скунсов, или донос от егеря, которого Вендланд поймал на браконьерстве. А может, от энтомолога Кошкина, с которым не ладили. Ну или правда был шпионом. Надо искать информацию. В Арсеньеве решили отметить День молока, пишет Северное Приморье. Этот праздник есть во многих городах мира. Молоко пьют, им обливаются, восхваляют вкус и пользу. В Арсеньеве это первая попытка, и толком образ молочного фестиваля еще не сложился. Например, на празднике не было, собственно, молока из-за жары. Газета «Победа» Пожарского района пишет о центральной районной больнице, которой без году 80 лет. Врачи и медсестры вспоминают, как пришли в профессию, как оказались в районной больнице, да так и остались. Как саженцы сосны выросли до небес. Над одним из них дали клятву работать дружно главный врач и хирурги. И говорят, с тех пор и правда, разногласий нет, что, конечно, на пользу пациентам. А еще в районе сложились врачебные династии. Герой нашего времени – Чугуевской районной газеты Вадим Николаевич Олесик, предприниматель из села Булыга-Фадеева. В статье его назвали градообразующим человеком, потому что на цементный завод – я, убирать снег – я, грядировать дорогу – тоже я, больше некому. Про него говорят, что Вадим Николаевич возродил сельское хозяйство в селе и вообще человек слова, а также обеспечил работой односельчан. Приморские «Зори» пишут о большом событии Владимира Петровки. Здесь готовится открыть отремонтированный дом культуры. Ремонт коснулся внутреннего содержания и внешности. Теперь это будет 300 квадратных метров порядка и чистоты, что напрямую повлияет на культурную жизнь села. Это все. Читайте.